Что можно? Горечь, да, обиду, что можно почувствовать? Мразь такая. Уже вот, ну прям вот сколько я его помню, столько он и воровал. Работать он никогда не хотел. Он работать, его как, пытались и в этот, ну когда ему стало там, я не знаю, сколько лет ему стало, ну может 16, может 17, может 15, я не знаю. В это его, на повара хотели его, в это. Нет, ничего не получилось. Не хотел ни учиться, ни работать, ничего не хотел. Ну а что, ну конечно, ну как, кровь за кровь, ну это что такое, ребенка? А решил жизнь ребенка, конечно, расстрелять. Я считаю, что надо расстрелять. Высшая мера наказания. Говорится, как на фронте все равно. Да, еще бы, как бы лучше бы, конечно, лучше бы этого не было ничего. Я вот до кухни, вот вчера вот, вот, ну я что, говорю, брат, вон давление, вон, вот давление, вот, я каждые 5 минут меряю давление. Давление скачет, как ты думаешь, ну, все выключай, говорю.